Сегодня Банк России резко повысил ключевую ставку до 12% годовых. Это уже второе увеличение с начала года. Напомню, 28 февраля 2022 финансовый регулятор повысил ставку до 20%. Это было рекордное значение. Затем в течение года поэтапно снизил ее до 7,5%, тем самым вернув на дистанционный уровень. Последнее изменение ключевой ставки было 24 июля. Тогда Центробанк поднял ее до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления. И сегодня вновь повышение. По словам экспертов, сделано это для того, чтобы сдержать рост стоимости иностранной валюты, тем самым укрепив рубль. Вот для нас, для обывателей, для физических лиц, что поменяется? В первую очередь это вырастут ставки по банковским депозитам. Соответственно, мы с большей охотой будем приобретать рубли, чтобы размещать деньги на данных рублевых депозитах. И тем самым мы несколько стабилизируем курс национальной валюты. Добавлю, следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.